Акция «Сирень Победы» прошла 22 марта в Дмитриевской школе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Напомнила всем о важности и значимости того священного патриотического долга, который в свое время отдали солдаты своей родине. Акция прошла на территории школы. В начале мероприятия, в котором приняли участие все ученики и педагоги школы, состоялся митинг. На столь значимом событии присутствовали начальник управления образования Косей Киргашев, глава Дмитриевского сельского поселения Руслан Тутаришев, Александр Сухов, член президиума районного совета ветеранов, Зоя Кузнецова, труженик тыла, Александр Гончаров, ветеран труда пенькозавода. С приветственным словом к присутствующим обратилась директор школы, а также все присутствующие гости. Дорогие друзья, добрый день! Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя, учащиеся и также все присутствующие. Разрешите митинг, посвященный акции «Сирень Победы», считать открытым. Слово предоставляется директору школы Хабиевой Зареме Хусеновне. Добрый день, уважаемые труженики тыла. Добрый день, наши гости, учителя, родители, учащиеся. Сегодня мы собрались для того, чтобы руками тружеников тыла, наших гостей и нас, ребята, заложить на территории нашей школы аллею памяти. Мы с чувством долга и гордостью за наших родных и земляков открываем аллею памяти. Война постепенно уходит в прошлое и становится лишь страницей нашей истории. Но благодарная память потомкам не должна угасать в наших сердцах. Мы в неоплатном долгу перед ними за нашу мирную и счастливую жизнь. Пройдет много лет, но сирень всегда будет напоминать о победах, о тех людях, которые подарили жизнь и жить и счастье жить под мирным небом своим детям, внукам, правнукам. И для нас, посаженные в ходе акции «Сиреневые аллеи», лишь маленькая толика огромной благодарности за великий подвиг народов России в Великой Отечественной войне. Я от всей души благодарю учителей, учащихся, всех работников школы, кто принимал участие в образовании этой аллеи. Особенно мне хотелось бы отметить и поблагодарить Елену Викторовну Сачкову, которая организовала и проводит это мероприятие. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники акции «Сирень Победы». Хочу вам передать приветственные слова главы администрации муниципального образования Кашкарский район Заворскобича Хамирзова. 22 марта, я думаю, это исторический момент, когда данная школа поддерживает эту великую акцию. Хочу поблагодарить всех тружеников тыла, ветеранов, всех участников данной акции, детишек, которые участвуют, руководство школы за этот прекрасный праздник. Я думаю, это большой праздник. Всем удачи, мирного неба. Спасибо. Уважаемые присутствующие, Великая Отечественная война длилась 1418 дней, долгие 4 года. Эта война была самой кровопролитной за всю многовековую историю России. Погибло на фронте наших граждан 26,5 миллионов человек. За годы войны с территории Дмитриевского сельского совета было призвано на фронт более 800 человек. Погибло 417 человек. Каждый второй наш земляк погиб. Это в основном молодые люди. Анализируя списки погибших, приходишь к выводу, до 35 лет было 74% погибших. Сегодняшняя акция «Сирень Победы» – это дань уважения к великому подвигу старшего поколения. Уважаемые школьники,
Горячо любите свою родину. Помните свое прошлое. Вам жить и работать в 21 веке на благо Родины. Уважаемые учителя, сегодня у вас один из великих праздников. Это урок мужества. Кто-то сегодня впервые в жизни посадит эту символическую веточку и будет идти с ней по жизни всегда. Как здесь было уже сказано, хочу повториться, любите Родину, любите землю свою, где вы родились, где вы живете. И помните всегда об этой школе, об этой аллее, которую вы сегодня посадите. Где бы вы ни были, где бы вас судьба не забросила, вы когда-то вернетесь сюда со своими, возможно, детьми и даже внуками и придете на эту аллею. Всего вам доброго, дети. Свои песни и стихи исполнили учащиеся школы. Поникая густыми кистями белоснежных лучистых цветов, День Победы сирень воспевает, в ней военный святую любовь, ту, что ночи тревог согревал и дарила надежды рассвет, что на поле сражения осталось и которой уже больше нет. Увидала сирень, цвет теряла, когда милый ушел на войну, и тоской хмельного нектара обозначила вдруг седину. Отшумели бои, май победный на прожженную землю ступил, и сиреневым запахом нежный опаленные души обил. Но уже не успеть надышаться тем сиреневым ветром весны, о любви прежней не намечтаться, более выжженных пепла войны. Не вернуть те счастливые зорьки, щебетание ликующих птиц, разлетелась судьба на осколки, наконец и начало пути. Чувства бьются бесцветные тени, и от невыносимой тоски одинокая ветка сирени осыпает свои лепестки. В выступлениях возносятся руки, небесам в тех молитвах лишь боль, одиночество, холод разлуки, светлой памяти вечный покой. Встречавших эшелоны, катилась горькая слеза на сладкие бутоны. Казалось, что цветы летят, как символы любви. Вернувшийся живым солдат за всех цветы ловил.
за тех, кто голову сложили, идя в последний бой, и до победы не дожили, чтоб жили мы с тобой. Пусть ароматная сирень цветет из года в год, счастливый день, победы день, пусть празднует народ. Детям, пережившим ту войну, поклоняться нужно до земли, в поле, в оккупации, в плену. Продержали, выжили, смогли. У станков стояли, как бойцы, на пределе сил, и не прогнулись, и молились, чтобы их отцы с бойни той немыслимой вернулись. Дети, что без детства возросли, дети, обделенные войной. Вы в ту пору досыта не ели и честны перед своей страной. Мерзли вы в нетопленных квартирах, в гетто умирали и в печах. Было неуютно, страшно, сыро, но несли на славеньких плечах. Ношу непосмертную, святую, чтоб скорее мира час настал. Истину познавшую простую, каждый на своем посту стоял. Девочки и мальчики войны, на земле осталось вас немного. Дочери страны, ее сыны, вы честны пред Родиной и Богом. В этот день и горестный, и светлый, поклониться от души должны мы жившим и недожившим детям той большой и праведной войны. Мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла. И пускай нигде на целом свете детство вновь не обретет война. Дорогой,
Защищал нашу страну в Великой Отечественной войне, и кто не дожил до наших дней, минутой молчания. Высаживать сирень в День Победы стало традицией. Цель акции «Сирень Победы» – проявить уважение к павшим в войне советским воинам. В этот день каждому из учеников была оказана честь вписать свою страничку в истории школы. В ходе акции на территории школы было высажено 72 куста сирени на Заволжной аллее. Акция призвана, сохраняя традиции исторической памяти, воспитать в молодом поколении чувство уважения к героическому прошлому страны и поддержать развитие чувства гражданственности у подрастающего поколения.